решили размножить нашу грибницу вешенок. Около дома там есть пень, который уже давно нам дает хорошие урожаи. Позапрошлом году мы заразили вот этот пень, и он дал уже вешенки. Вон они. И чуть вешенки. Дальше в фильме я покажу, какое большое количество грибов я собрала с этого пня. Но увидев, что на этом пне есть грибы, и у нас было много таких чурок от спиленного ореха, поэтому вот супруг решил сделать плантацию. Мини-ферму, плантацию. В этих чурках просверливаем отверстия. Сверло 10 миллиметров диаметром. И глубиной отверстия должны быть 5-7 сантиметров. В них мы будем закладывать труху от старого пня, которая уже заражена спорами вешенки. С этой стороны уже видно, что супруг просверлил. И сейчас начнет сверлить. И рядом находится наша Хельда, наша собака, которая следит за всеми нашими действиями. Вешенки растут у нас вот здесь, на пне ореха. Он уже довольно трухлявый. Сами вешенки выглядят вот так, их уже пора срезать. А вот в этой части, видите, я взяла зараженные мицелии, именно вот такие трухлявые кусочки пня ореха, закладывает супруг во все дырки, которые просверлил на чурках ореховых. Вот на этом пне уже есть вешенки. И, конечно, большое желание заразить и те остальные пни, чтобы была возможность иметь много вешенок. После того, как просверлена дырка, запихиваем сюда зараженные мицелиями труху, пропихиваю ее дальше и замазываю землей. Вот так. Так я сделала в нескольких местах, на всех пнях. И теперь останется покрыть листьями и затем целовать. Так я покрою все, и когда я уже все сделаю, покажу. У нас вчера вечером прошел дождь, я хоть и прикрыла листьями, но все-таки закрывать сейчас еще целлофаном не хочется, потому что листья влажные. Положила целлофан, как видно дальше. Но после того, как обсохнут, уже полностью прикрою целлофаном и землей по краям слегка прикреплю, чтобы ветер не мог зимой разбросать эти листья и целлофан. Ну, в общем, вот такая картина. Ждем вешенок на следующий год. Чтобы на следующий год была такая же красивая картина, как и в этом году. Вот такое количество вешенок. Вот, красота, правда? Вот такое. Здесь шикарная зажаренночка получится. Понравился наш опыт? Делайте, как мы. А может, делайте по-своему, как хотите. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на мой канал.